Снова всем привет, ребята, очередная посылочка из Китая, и снова часики. Да, часы я акцентировал, что меня попросили, чтобы я купил, из-за этого я купил их много, ребят. Единственное, что меня смущает упаковка, знаете, я думал, за ту стоимость, что ты покупаешь, они все-таки в коробочках должны идти. Часы, кстати, от компании, что я смотрел, ну что, вот видео по часикам, и все блогеры сказали, что компания, ну что, делает вполне толковые часы. Но, учитывая вот такую упаковку, я вам честно я скажу, ну жалко, знаете, и чувствую, что тебя чуть-чуть кинули. Вот, ну, единственное, что в голову приходит в такой ситуации. Стоимость, извините, я вот не скажу, я, ну что, просто там, окажется, скину ссылку, где покупал, и все. А то просто, знаете, их много будет. Ну что, для девочек будет, для пацанов, всем полностью. Суть в чем, чтобы вы увидели такое чудо. Здесь у нас есть и с логотипом, и с пленочкой. Давайте уже снимем, чтобы смотрелось вот так. Курен. Я надеюсь, что все увидят, потому что сделано из металла. И, кстати, вполне аккуратно. Секундочки идут. Смотрите. Смотрится, кстати, вполне и красиво, и стильно. Единственное, что я лукавить не буду. Знаете, я считаю, что они чуть-чуть за крупные. Да, я специально, ну, попытаюсь одеть их. Так, извините за мои кривые руки. Опа. Но здесь, я думаю, что придется, ну, колдовать чуть-чуть. Но смотрится, кстати, я вам скажу, ну, что круто. Кнопочки синенькие у нас идут. Все в пленках, аккуратно, ну, что упаковано. Ну, что для подарка вполне терпимо, но 100% придется покупать еще к ним в толковую коробочку. А то... Я говорю, за ту стоимость, что они стоят, я считаю, что китайцы должны, ну что, упаковать, ну что, ну хотя бы чуточку поинтереснее их, ну что, были бы, есть. Стартуем еще, у нас есть еще часики, секундочку, ребят. Опача, ой, классика идет уже поинтересней, и я смотрю, сэкономили уже и инструкцию не захотели вкинуть нам. Здесь, ну что, сделано из металла, и знаете, вот эти мне аккуратнее идут. У нас, я так смотрю, смотрите, ну что, указывается, с часами идут, секундочки идут, все аккуратно и красиво. Знаете, вот в чем плюс, что, ну что, лишнего ничего вы что-то не увидите. Единственное, что все-таки, ну что, крупные достаточно, я не скажу, что они компактные. Знаете, вот я люблю, чтобы было, ну что, удобно. Но вот у меня тонкая кисть, получается, что чуть-чуть за здоровое будет. Но смотрится вполне, кстати, окей. Тем более, что говорю, за ту стоимость, что не стоит, то в целом покупать вполне супер. Так, открываем дальше. И здесь, я так думаю, что уже идут, что для девочек, да? Да, ребят, ну что, я не упускаю шанса и покупаю не только для пацанов, но и покупаю для девчонок. Ой, вот эти классные реально. Так, смотрите. Ну что, знаете, вот впечатление, что сделаны, ну что, из золота, из камешками. У нас есть и компания. Часики аккуратные. Вот в чем плюс? Ну что, тонкие, знаете, ничего, что лишнего нету. Здесь, ну что, логотип их не идет. Но в целом, кстати, вполне симпатичные. Тем более, там что-то в $14. Я считаю, что вот не такая уже и стоимость, чтобы вкусалась. Так, идем дальше. Еще один. Ой-ой-ой. Вот это, знаете, из категории для тех, кто вот любит стразики. Да, да. Вот 100%, вы знаете, вот есть девчонки, что все чехлы для телефонов покупают со стразами всегда. Вот это будет 100%, ну что, в яблочко им попадете. Одну секундочку. Так, чтобы вы увидели, что окантовочка у нас со стразиками идет и смотрится, ну что, изумительно. Изнутри идет типа из серебра, что кнопочка. Не, вот эти мне нравятся, кстати. Ну, я честно, у самого, знаете, вот я использую похожие часы. И, кстати, ну что, в золоте идут. Но единственное, у меня Швейцария из-под золота, и там чуть-чуть, скажем, знаете, отличается от того, что мы в конечном итоге из Китая получаем. Но вот честно, на ту стоимость, что они стоят, я считаю, что они смотрятся, ну что, вполне идеально. Есть. Так, открываем еще одни часы.
Потому что их много будет, я акцентировал на этом. Тоненький уже, ну хотя бы, ну что здесь уже упаковка плюс-минус. И китаец акцентировал на том, что они, то что действительно тонкие идут. Вот в чем их плюс. Вот, ребят, открываем у нас, ну что, бумажка ихняя и смотрим. Чистая классика. Знаете, вот в чем плюс вот лишнего, абсолютный вот ноль. Потому что гляньте, до какой степени аккуратненький циферблат идет. Вообще, потому что сделано все красиво. Самое главное, ну что тонкие. Чтобы вы увидели в толщину, такие идут и такие. До какой степени вы их оденете и не почувствуете. Но с мужскими, то я считаю, что, ну, что издевательство их показывать. Но вот ребята, вот эта штука мне вообще... Знаете, у кого, ну что, девочка есть из тонкой кисти, то я считаю, что классно будет. Так, по идее еще четвертые были. Я 4 для пацанов покупал, 4 для девчонок. Смотрим. Ой, это из категории, наверное, что-то того со стразами или втюхали в такие же самые. Секундочку, у нас они, ну что, вот я их не спрятал. Смотрите, ну что, тютелька, ну что, тютельку идут, что со стразами, что первые и что вторые идут. Единственное, что отличается, что здесь, ну что, из золота циферблат, здесь он из серебра. Ну что, типа, я имею в виду цвета, в целом тютелька, ну что, тютельку. Но, нет, ну что, в золоте лучше. Вот, и все-таки, ну что, скажут, что я цыган, знаете. Ну, честно, кто видел меня вживую, то все думали, знаете, вот если я, ну, что, 2 недели еще вот не бреюсь, и еще за компанию, все смеются будут, пусть вот лето и загар, то вот я иду, и жители из Кавказа здороваются, и, ну, что, говорят мне, слава малечу. Так что, ребят, все окей. Так, ну чисто в черный, но вот меня, знаете, вот что смущает. Если вы делаете, то делайте, ну что, полностью, чтобы все, ну что, черное шло. Я понимаю, что, ну что, указано, что типа из нержавейки идет, но как минимум, ну что, из нержавейка идет, ну что, из другого цвета вставочки из золота. Вот эти, кстати, аккуратные идут. Вот смотрите, у нас есть в такие и такие. Я не знаю, знаете, кому что, но крупные. Ну что, действительно, они крупные, я их даже одевать, ну что, не хотел бы. Знаете, вот я люблю, чтобы было вот как-то комфортно в конечном итоге. Ну и последние остались у нас, это сюрприз. По идее, кожей должны были быть, кстати. О, классика. Вот что, вот такую штуку я люблю. Ага, фигушки. Ну что, все из металла. Ну вот, ребят, смотрите. Тут в чем фишка? Я смотрю, что здесь идет, ну попытались, ну что, сделать в карту мира. Я не знаю, ну что, камера укажет вам или нет, но здесь так сделано все, ну что, аккуратно. Здесь, ну что, Америка идет, здесь Африка. Ну что, аккуратненько, вы знаете, ну что, от лишнего, абсолютный от ноль. Вот эти еще, ну что, плюс-минус, и эти захотелось бы мне в теории, да, ну что, одеть даже. Вот не хочу лукавить, но мне аж интересно. Раз. Так, ребят, ну эти, знаете, вот действительно аккуратные. Но честно, они, ну что, крупные. У кого кисть тонкая, то, скажем так, ищите что-нибудь другое. Потому что действительно за крупные. Я в любом случае, знаете, я для себя, ну что, сделал что-то решение, что буду использовать часы от компании Lenovo Watch X и все. Это, ну что, классика, у меня вот есть, ну что, дома отличные в часики, знаете, и покупать, ну что, для себя мне их, ну что, вот не интересно. Я акцентирую, что меня их попросили купить, я вам просто показываю, чтобы вы увидели, что вы в конечном итоге получите из Китая. Скажу, ну что, честно, вот знаете, вот скурены, ну что, в целом, ну что, вот для девочек, мне оказались, ну что, интереснее, чем для пацанов. Потому что я критически отношусь к здоровым часам. Они аккуратные, они красивые идут и смотрятся, знаете, ну что, дорого. Лучше вот я бы чем, ну, для, ну из пацанячих купил бы вот эту фирму, что была из последних, Лиджи, по-моему. Ну что, из названия, и что,
Там, слушайте, аккуратнее, тоньше, если и... Я не скажу, что они лучше, но вот, ребят, в любом случае, учитывая их стоимость, не ждите, что все так, ну что гладко, что будет. Что вот, ребят, это в любом случае, ты крути, вот не крути, это Китай. Вы не покупаете Швейцарию за 14 долларов, там, или за 15, или за 16. Тут, по-моему, и самые крутые вот эти я за 19 покупал, но я вам скажу, что смотрится, они вот именно в плане дизайна все окей, но здоровы. Это, знаете, вот для старшего, кто уже там, кто служивый или, ну, или что, то окажется окей. Но вот для меня, что вот я все на все, ну что в папа, ну что в детей, ну что двоих, ну кусей торгую на, ну что тут. Вот рынки и блогер, я считаю, что это чуть не то. Мне что-то надо аккуратненькое, компактненькое, вот и все. Так, ребят, как обычно оказалось, ну, что все долго, но я всегда акцентировал, потому что я старался, ну, столько, что для вас, знаете, оказалось интересно, то ставьте пальцы вверх, если вот не интересно, ставьте вниз, ради бога, вот я, ну, что вот не обижаюсь, у всех должно быть, ну, что мнение и самое главное, выбор. И всегда акцентирую, вот, не слушайте абсолютно вот, никого. Я все в покупки из Алиэкспресса, я не смотрю ни приложения, ничего. Я читаю в комментарии покупателей. Купили, и люди, ну что пишут. Да, бывает, ну что дебилы попадаются, там всякие глупости пишут. Но в целом, в любом случае, исходя из комментариев, ты в курсе, что ты в конечном итоге получаешь. Вот как-то так. Всем спасибо. Извините, что долго, но, естественно же, это Ленька. Всем спасибо. Пока.